люблю. Следующий номер – это вторая оратория, то бишь капитаны собственной судьбы. Я думаю, что абсолютно несправедливо, что в спектакле эту красоту исполняют только четыре главных героя. Это абсолютно несправедливо. И сегодня мы споем ее все вместе, ну и, конечно же, вместе с вами. Anna und Martha Baden. Наш лактометр и наш гремучий газ. Пару лягушек и копил